что есть жизнь человеческая. Ерунда. Так что судьба индейка, жизнь копейка, и не дано простому смертному заглянуть в будущее. Это знают только посвященные в тайны магической воли Вселенной. Так, Коноплёв, значит, ты у нас один ни о чем не мечтаешь, ничего не хочешь. Нет у тебя никаких планов. Грустно, Коноплёв. Какие могут быть планы у Коноплёва, когда у него в будущем сплошная тьма? Утёночкин, зато у тебя все ясно. У тебя все по полочкам. Вот ты в сочинении так написал. Поступлю, окончу, буду, сделаю. Ни в чем ни малейшего сомнения. Молодец. Ты знаешь, что забыл написать? В каком году ты женишься? Кто будет твоя жена? И сколько будет у вас детей? Пожалуйста, могу и это написать. Для меня лично в будущем нет никаких тайн. Я его просто знаю. Коноплёв. Ну и когда же ты нам сообщишь, кем ты собираешься стать? Ты же весь класс подводишь. Я не знаю. Я не чувствую еще. Ведь это, наверное, не так просто. Какой-то голос внутренний должен подсказать мне мою судьбу. Ну ничего, садись. Так, Иванов, вытри доску. Вы знаете, я как раз вчера прочитала поразительные факты. Я вам сейчас расскажу. Вот слушайте. Утёночкин, ну послушай, это интересно. Президент Линкольн был избран в 1860 году. Президент Кеннеди в 1960. Разница 100 лет. Оба погибли в пятницу. Оба погибли в присутствии своих жен. Преемником Линкольна после его смерти стал Джонсон. Преемником Кеннеди тоже Джонсон. Первый Джонсон родился в 1808 году. Второй в 1908 году. Разница 100 лет. Убийца Линкольна родился в 1839, а убийца Кеннеди в 1939. Разница опять 100 лет. Вот судьба. Ну неужели, все эти совпадения произошли случайно? Конечно, нет. Все было предопределено свыше. Мышцы лица полностью расслаблены, челюсть свободно провисает. Лицо приобретает выражение маски слабоумного. Есть такой специальный термин. Дыхание ровное и глубокое, глаза закрыты. Пора расслабиться. Снимешь с них по пятерке с носа после сеанса? Да сняла уже. Дыхание ровное и глубокое. Ваши сердца бьются в ритме Вселенной. Ваши легкие дышат в ритме Вселенной. Вы пришли сюда, чтобы уйти из мира, где одни врут, другие воруют, третьи рвутся к власти. И все это для того, чтобы урвать кусок пожирнее.
Мы уходим в чистые струи дыхания Вселенной. Глаза закрыты. Воля Вселенной поглотит вашу волю в себе, и вам откроется ваше будущее, ваша судьба. Мы представляем, как чистое дыхание Вселенной... Олег, ты хоть что-нибудь представляешь? А ты? А я представляю. Что, дыхание Вселенной? Да нет, цыпленка. Табаки. Ну, что мы имеем? 13 рубликов. Не может быть. 50 копеек. Ровно 13. Ровно 13. Я очень не люблю эту цифру. Так что? Ты посмотри, посмотри. Ну вот еще четвертная завалялась. Несерьезная публика. Как ныне сбирается вещи, Олег, отмстить словоумным хазарам. Вы помните эти строки? Да, железный был мужик, Олег. И хазар раздолбал, и щит свой на ворота в Стамбуле повесил. А чем он кончил? Волхвы ему нагадали, древние цыгане. Но примешь ты смерть от коня своего. Вот что они ему нагадали. А что, Александр Сергеевич Пушкин был дурнее нас с вами? Нет. Он был самый умный человек своего времени. А в судьбу все же верил. Примешь ты смерть от коня своего! Ты что так торопишься? А хочу перед школой на скейте погонять. А кто это после завтрака на этой, как ты, катается на этой дурацкой доске? Фу! Бабуленька, я же вместо зарядки. Дима, ну кто на полный желудок делает зарядку? Так я ем так, чтобы он был неполный. Димочка, что у тебя с сочинением? Каким? Кем я хочу быть? Да, вот именно. Кем ты хочешь быть? Вы же сегодня должны его сдавать, по-моему. Это не обязательно. Можно в конце недели. Да и потом, я ведь еще не знаю, кем я хочу быть. Господи, горе ты мое, когда ж ты знать-то будешь, а? Вымахал выше меня, ничего не знаешь. Я ж не виноват, что я этого не знаю. Да и потом, придумать я не хочу, как в детстве. Ну вот. Пожарным я уже не хочу быть. Милиционером тоже. Да и потом, какой-то голос внутренний должен мне подсказать, кем я буду. Но пока я его что-то не слышу. Вы только посмотрите, что происходит. То хэд метал рок, то слова сами неизвестно, что вытворяют. Теперь внутренний голос, пожалуйста, очередной заскок. Но при чем тут заскок, мама? Ты помнишь песню о вещем Олеге? Конечно, помню. Ну и что? Даже Циолковский считал, что в жизни есть какие-то предначертания, судьба. Он даже статью такую написал, называется «Воля Вселенной». Так вот там он доказывает, что всем в мире управляет какая-то воля. Свыше. Точно, точно.
Но пока этот труд не печатают и не будут печатать, потому что боятся смущать народ. Что я говорила? Боже мой, чем ребятам головы забивают? Доберусь я до истоков этой твоей галиматьи. Ну, это может для тебя галиматья, а для меня вполне нормальное дело. Привет. Привет, Патрик. Как тебе вчера у Марика? Да никак. Ты знаешь, по-моему, они нам просто дурят голову. Да еще за наши деньги. Ты думаешь, что все это чепуха? А ты думаешь, нет? Ну, может быть. Но согласись, жизнь полна необъяснимых вещей. Йоги, Бермуды, неопознанные летающие объекты, гости из будущего, Несси, наконец. Наука бессильна перед этими фактами. Ну, насчет йогов, ты знаешь, мой отец серьезно занимался этим вопросом, и я тебе скажу, что все эти мариковские штучки никакого отношения к йоге не имеют. Йога – это целая философская система, а тут судьба индейка, жизнь копейка. Философия тоже мне. Может быть. Но и в наши времена случаются странные вещи. Вот, например, с одним моим другом. Сидит он как-то дома, и вдруг какая-то совершенно необъяснимая сила толкает его на улицу. Идет он по улице. Вдруг поднимает глаза и видит того, о ком он все время думает. Разве это не странно? Это с каким таким твоим другом? С Вовкой, что ли? Может, и с Вовкой. А с тобой такое бывало? Ну, и со мной такое бывало, если честно. Кстати, Марик сегодня притащит в школу книгу судьбы. Будет гадать, сколько мы проживем и от чего умрем. Вообще-то это секрет. У тебя уже с ним секреты. Ух ты, какая толщенная. Не толще тебя. Опять? Сейчас получишь. Прекратите. А как на ней гадают? Элементарно. Открываешь на любой странице. На каждой странице два столбца слов по 50. Итого 100. Максимум человеческой жизни. Ну, грузины не счет, тебе до 200 живут. Ну и что? Ну и то. Говоришь мне три слова, тебе говорю, сколько лет ты проживешь, а чё? Помрёшь. Понял, дурак. Сам дурак. Так, дурак, дурак. Вот. Вот. Так, тут 50, а тут... Так, а тут 28. Понял, дурак. Отцепись, идиот. Идиот. Вот, идиот. Девятый во втором столбце. Ты проживешь немало, я это чувствую. Кретин. Так, кретин. А, вот оно. Всего 46. Тут тебе не пофартило. Так, и еще 46. Итого 183, делим на 3, получаем. Все как в аптеке. Дурак, кретин, идиот. Ты проживешь 61 год. Ух ты! Вот это сила! Но учтите, книга судьбы дана мне на прокат. Гуру взял с меня червонец. Нужно возместить убытки. Действуйте. Внимание, внимание! Уникальнейшее пособие по черной и белой магии. Стопроцентная правдивость на страницах книги судьбы. Мне лично погадали, и все точно. Я прожил 61 год, годик после пенсии прокантуюсь.
А вот умру от переедания. Гадаем за полтинник с носа. Так что желающих прошу расплатиться. А с миллионером, наверное, решил? Да. Так, Хаменчук, проживешь 73 года, умрешь от краски. Какой краски? А тебе не все равно? Конечно, не все равно. А, ну да, ядовитый. Михалевич, вот тут тебе не повезло. Ты умрешь 42 года, но зато умрешь отличнейшей смертью. Какую? От животного. Ой, какого? От тигра домашнего. Кошмар. Ну что, еще желающие есть? Три слова и судьба в кармане. Любые три слова? Ну, кроме нецензурных, непечатных, вообще сейчас катится. Наглость, нахальство и свинство. Это твои слова? Да, это мои слова. Понятно. Ну, Димка, они тебе нагадают. Я что-то буду. Так, наглость, наглость. А, вот она. Так, здесь 21. 21. Нахальство. Вот оно. Здесь всего 4. 4 всего? Ну да. 4. Да, недолго приживет наш Димка. Недолго, недолго. Свинство. Так, вот оно. Здесь 15. 15. Так. 40. Делим на 3. 13 и 3. Значит, наш Димка проживет 13 лет и 4 месяца? Ну да. А сейчас ему сколько? 29 мая было 13 и 4. Так, значит, 29 через 3 дня он должен умереть? Выходит так. А ну, посмотри, от чего? Хорошо, что ничего не сказали Коноплёву. Ты представляешь, что бы с ним было, если бы мы ему сказали, что по книге судьбы ему осталось жить несколько дней? И что он погибнет уже в это воскресенье от какой-то аварии? Он бы просто в обморок хлопнулся. А если бы ты узнал, ты бы не хлопнулся? Ну, я бы тоже хлопнул. Тут кто угодно хлопнет. Ну так поэтому смотри, никто не должен знать об этом. Ни одна душа. Понял? Могила. Вот так. У тёлочки? Мы? Готов? Ну, естественно. Ну, покажи, на что способен. Пожалуйста, сейчас. Это мы сейчас. О, боже. Опять эти фокусы. Ужас. А может, без этих фокусов? Это не фокусы. Это концентрация духовной энергии. А, ну тогда все ясно. Давай, давай. Ты прав. Это действительно не фокус. Утёночки, хватит. Достаточно. Ну, хватит, так хватит.
А можно было и так далее. Вот что значит умелое использование многовекового опыта йога! Браво, Ларик! Коноплёв хватит, уже пятерка. Коноплёв, слезай немедленно. Ну, Коноплёв, я тебя очень прошу, ну слезай, а? Коноплёв, ну пятерка уже есть. Двойка тебе обеспечен за Тьфу. Вставай, приехали. Не могу. Что с тобой? Я не могу встать. Ногу судорога свело. Надоели. То на физре номер выкинешь, то тут. И вообще, что ты под водой делал? Отвечай. Тебе что, жить надоело? Может быть, беречь себя уже нет никакого смысла? Что ты болтаешь всякую ерунду? Ты знаешь, что мне ребята нагадали на перемене? Ничего не нагадали. Им еще звонок помешал. Чего не помешал? Просто они побоялись сказать мне. А нагадали они мне, что я погибну в это воскресенье? Погибнешь? Какой-то аварии. От аварии? Они были в туалете, я все слышал. Они меня не видели. Ты куда? Ты знаешь что, в этом воскресенье на улицу не выходи. И вообще, на балкон тоже не выходи. На всякий случай. Плевать на любую аварию. Хорошо бы так. Только у меня это не получится. Почему? В это воскресенье мы едем за грибами на заводском автобусе. Всей семьей. И я от этого никак не откручусь. Ха, ты все-таки выполнил, да ну? Одному мужику нагадали, что ему на голову пойдет кирпич. Так он ушел с города в степь на целый день. Ему на голову упала черепаха. Как это? Орел сбросил. Это, конечно, шутка, но ты не думай об этом. Да я совсем об этом и не думаю. Только оно само как-то думается. Раз уж так получилось, проведем лучший эксперимент. Какой еще эксперимент? Самый простой. Ты же знаешь, что в это воскресенье я должен погибнуть? Знаю. Так вот, если я действительно погибну, ты же останешься и будешь точно знать, что на Земле какой-то рок все-таки существует. Ради этого открытия стоит кое-чем пожертвовать. Кое-чем? Это что, жизнью своей? И ты не боишься? Неприятно. Но я уже все обдумал. Выяснять так выяснять. Свет! Ну и судьба. В бассейне не утонешь. Ты под феном сгоришь. Мамулечка. Кто, зайчик? А мы поедем завтра за грибочками? Обязательно. Поедем. А лукошечка ты мне купишь? Оля. Оля, что у тебя за манера? Когда тебе что-нибудь нужно, у тебя сразу начинаются твои конфеточечки, да морожененькое. А лукошечка? Для грибочечка. Мы купим обязательно. Если в ваших дневничочках будут хорошие оценочки. Кстати, что-то я очень давно дневничочка ваших не видела, а? Ну-ка, давайте, принесите. Нина, нельзя же за столом.
Ну, дай ребятам спокойно поесть. Мама, если там хорошие отметочки, это им прибавит аппетита. Последний срок сдачи сочинения «Кем я хочу быть» 30 сентября. Торопись, остался ты один. Как это понимать? Ну, ты же знаешь, это то самое сочинение. Так, за грибами ты не поедешь. Будешь писать сочинение с утра и до ночи, раз за лето не написал. Ты что, хочешь, чтобы я весь день сидел дома? Я не хочу, я требую. Ну, мам, я должен туда поехать. Дима, это исключено. Все. Добрый вечер. Привет, Коленька. Что такая строгая? Бабульки радует. Фу-фу-фу. Ты, Нуля, на этот раз меня порадовал. Коля, он полгода не может написать сочинение. Один на весь класс. Что за сочинение? Да пустяк, в общем-то, сочинение. Кем я хочу быть? Пустяк. Здравствуйте. Здравствуй, Верочка. Вера, я сейчас. Хорошо. Какой же это пустяк? Ты же сама знаешь, сейчас... Коля, я все знаю, я знаю. Сейчас профориентация, мы вокруг них бегаем, танцуем, они ничего не знают и знать не хотят. А у него, видите ли, внутренний голос должен подсказать, кем он будет. Знаешь, он как-то осина, что не горит без керосина. Слушай, давай его с собой возьму. Мы на керосине летаем, вот и загорится. Думаешь. Посидит часа два среди мужиков в кабине, загорится. Здравствуйте. 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 Садитесь, пожалуйста. Вы уж простите, я на минутку. Вера ждет. Спрашивал я о ваших таблетках. Ну? Во всех аптеках Таллина сказали, кто-то у вас самолечением занимается. Сняты они с производства. Ну, только что я вам говорила. Но есть новые. Новые намного лучше. Ну, может, есть и получше. Но я привыкла к тем. Они мне помогают. И говорят, в кое-каких аптеках они еще есть. Ну, найдем. Найдем ваши таблетки вот вместе с Димой. В это воскресенье в Ленинграде. Простите, как в Ленинград? Как это? Вместе с Димой? Со мной, что ли? А что? С тобой? Сгоняем в Питер за таблетками. Что, специально за таблетками? Ну что ты, Коля? Да не нужно мне никаких таблеток тогда. Господь с вами. Если из-за этого еще и ребенка брать с собой. Ну, я шучу. А вот насчет Димки нет. Покажу ему свою работу, может понравится. Ну и будет у нас два пилота на лестничной площадке. Полетим в пилотской кабине. Дядя Коля, так мне же в это воскресенье запрещено даже на улицу выходить. Тот приказ уже отменен. И хочу сказать тебе, что, ну, в общем, что мне нравится одна девчонка. И если со мной что-то все-таки случится, я хочу, чтобы она знала это. А кто она? Это... Кто? Это Лена Лукашевич. Лукашевич? Да, брат, ты прав, она ничего. Лукашевич, она ничего. Кто бы мог подумать? Но сказать ты должен да все сам. И слова должны быть особенные. Ну, например, мое сердце живет только тобой. Когда я вижу тебя, все расцветает. Я вас люблю, чего же более? Вы дама сердца моего. Моя душа полна тобой. Мое сердце живет, когда я вижу тебя. Это же звучит? Звучит, но только со сцены. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Ну что, ребятки, смотрите, покупайте розы. Не цветы, а мечта, а? А сколько стоит?
Слушай, даром отдам тебе. 7 рублей. 7 рублей для мужчины – это не деньги. Да. Да, если денег у нас нет. Ну, 2 рубля. За 2 рубля куплю. А за 2, ты знаешь, дорогой, следующим летом зайди. С удовольствием продам. Будь здоров, дорогой. Из окна, видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя. Бабушка, а почем букетик? 50 рублей букетик. Ну что, берем? Вполне съедобно, можно взять. Берем. Берем. Берите. Вам 1 или 2? 1. А если вам на могилку это, то они будут лежать очень долго. Как это на могилку? Почему? Ну, я говорю, если вам на могилку. Они не боятся ничего. Ни дождя, ни снега. Будут лежать долго. Ребята, очень хороший букетик, свеженький. Понимаешь, какие-то цветы все-таки нужно купить. Нужно. Нужно. Только где? Где-где? Откуда я знаю? Постой, как же я мог забыть? В метро сейчас в ларьках цветы продают. Давай заглянем, может, повезет. Ну и что мы можем купить на 50 копеек? Почему 50 копеек? На 1,5 рубля. Опять на 1,5 рубля. Да брось, пойдем. На каком этаже она живет? На 13-м. На, возьми. Сунь туда розу и обвяжи. 9-й, 10-й, 11-й. Я не понял. Мы должны положить под дверь, позвонить и еще успеть смыться. Мы не будем так делать. Почему? Так глупо. Мы полезем на крышу. На крышу? Ты что, боишься? Тогда я полезу один. За кого ты меня принимаешь? Держи меня, а я заброшу это на балкон. Аккуратно, не сорвись. А ну, Патрик, посмотрим, кто там на крыше. Ничего, Патрик, мы все-таки узнаем, кто это был. Патрик, стой! Патрик, фу! Зачем меня так пугаешь, а? Ты там никого не съел? Ну-ка, признавайся. Если еще раз так сделаешь, больше с тобой гулять не пойду, понял? Передавали, что будет дождь. Возьмись зонтик. Хорошо, мам. Спасибо, сынок. Ну, а ты чего скис? А?
За грибами хочется. Сынулечка, да твое путешествие в 100 раз интереснее. Ты что? Вы во сколько летите? Не знаю. Встречаемся 12 у агентства. Ты же не опаздывай, смотри. А то у него работы, он ждать не будет. Да я знаю, хорошо? Не опоздаю. Ну, вот и все. А я бы его сегодня вообще не пускала никуда. Я такой плохой сон видела, как бы он не заболел. Очень плохой, Нина. Ну, мама, опять вы со своими снами. Лежал Дима в черной рубашке, сам бледный-бледный, закрытыми глазами. И я ему пуговицу прямо на нем пришивала. Ой, какой нехороший сон. Лучше бы он посидел сегодня дома, а? От греха подальше, Нин. Мама, я вас умоляю, все будет хорошо, перестаньте. Димочка, братик, привези мне какую-нибудь игрушечку из Ленинградика. Привезешь? А я тебе за это боровичок найду. Ежедневно тысячи людей во всех уголках мира гибнут в результате аварий на транспорте. И если трагические случаи с автомобильным и железнодорожным транспортом мы называем авариями и крушениями, то в случае гибели пассажирского авиалайнера мы говорим катастрофа. Сегодняшняя передача «Движение безопасности» посвящена проблеме аварийности самого быстрого, но, увы, далеко не самого безопасного транспорта – самолетов. Дима! Суровая статистика показывает, что поводом частой гибели людей является не сама авария самолета при взлете или посадке, а возникающие с этой аварии на борту пожара. Бабуля, не шути, открывай дверь. Дима, я тебя не открою. Не стучи. Не стучи, не выпущу. Я плохой сон сегодня видела. Бабуля! Я тебе сказала. Опять ты со своими снами. Меня же человек ждет. Открывай, бабуля! Бабушка в наушниках, она не слышит. А бабуля тебя не откроет, пока ты точно не опоздаешь. Дима, Дим, ты слышишь? Ну, ну не сердись на меня, старую, ну, ей-богу. Я правда, волнуюсь я. Бабуля, я буду ломать дверь. Да ты что, Дима? Дима, не надо! Ой, Дима! Да ты что? Что ты какой, а? Слушайте, ой. Вам что, делать нечего? Ну, все, бабуля. Дверь взломал. Не ссорьтесь. Чао! Все, Патрик, теперь будешь гулять только в строгом ошейнике. Понял? Ну-ка, что это у тебя? Иди сюда. Интересно. Лена, может так случиться, что в это воскресенье я погибну. На всякий случай я хочу попрощаться. Димка. Патрик, пойдешь со мной? Привет, Лен. Привет, Марик. Слушай, достал по великому блату два билета на брейк, ты понимаешь, куда-то намылилась. Стой. Лен, слушай. Нет, я не могу сегодня. Ну, сын, не могу, для меня не существует. Нет, с таким трудом достал, они же раз в год к нам приезжают. Лен, постой. Нет. Ну, постой. Ничего Лен. Не получится. Ну, Лен, ну, ты еще об этом пожалеешь. О, привет. Ты ко мне? Что случилось? Ты не знаешь, что случилось с Коноплевым? С Коноплевым? Он что, погиб? Я не знаю. Я тебя спрашиваю. Фу, как напугало. А почему ты спросил, он погиб? Ты что-то знаешь? И сидишь дома? От чего он может погибнуть?
Че, я должен отчитываться перед тобой? Приедет Димка, сам все расскажет. А не приедет? Не приедет? Не приедет, тогда я расскажу. Ну как же так, Вовка? Ну где он? Что с ним такое? Чем мы можем ему помочь? Понимаешь, я клятву дал, поэтому ничего не скажу. Ну хорошо, мне не скажешь, Ростиславу скажешь. Он классный, он все должен знать. Он что, тоже здесь? Нет, это мы сейчас к нему пойдем. Мы? Может, ты и пойдешь, а лично не пойду. Пойдешь. Куда ты денешься? Сам не пойдешь. Я тебя под конвоем отведу. Под конвоем? Патрик, он предал своего друга. Ты что, вообще же за хренями, что ли? Ростик, я почти уже готова. Ой, здравствуйте, ребята. Здрасте. Ну что, мы едем? Торт доставать? Сейчас, погоди. Так, значит, Коноплев поверил, что может погибнуть. Да, в том-то и дело, что немного поверил. А кто принес эту книгу? Ну, кто по ней гадал? Понятно. Не хотите говорить. Но я сам угадаю, кто это мог сделать. Ну, что там? Участковый наш что-то вынюхивает у подъезда. Чего ему нужно? Не знаю, не спрашивал. Пронеси, Господи, мимо чашу сию. Помнится, я в Самарканде у этих нувориши сотни выманил. Что вы говорите? Да, но это еще до тебя было. Ой, Господи! Ну как? Старик, есть тысячи способов. Как говорил Остап Сулейман Дандербей Задунайский. Прошу. Жрт невезуха. Руки. Учись, пока я жив. Наперстков три, шарик один. Даже по теории вероятности у тебя выиграть шансов 33%, а у меня 66%. Я никого не обманываю, но всегда выигрыши. Да? Вот выиграл. Два билета. Масть пошла. Ну что, примешь, давай. Чего? Гони десятку. Какую? За прокат книги судьбы. За прокат книги судьбы, старик. Грабеж. Средь бела дня грабя. На, ой. На. Это что? Десяточку? А два билета подаст полтины. Ты погоди, стоп, билеты же я выиграл. Он их у меня выиграл. Каким способом ты выиграл? Ха! Ну, племяш, далеко пойдешь. Только учти, за это бьют больно и сажают надолго. А. Утёнышкин! Это кто? Это Ростислав, наш классный. Слышишь? Чего ему нужно? Чёрт тебя знает. Иди на балкон, скажи, спустишься вниз. Нельзя, чтобы нас видели. А что тут такого? Ты мой любимый дядя из Самарканда. Присмотришь за детём, пока родичи на югах. Пятерку я тебе простил. Иди на балкон. Слушаюсь. Ой, дядя Коля, смотрите! Что это он делает, дядя Коля? Сам Дементий Фортуна спускается к нам с небес. Мы с ним в училище вместе поступали. Привет, Дементий! Ты знаешь, люблю я его. И даже завидую. Видишь, как гуляет по небесам. Как на велосипеде по лужайке. Так вот... Учись, что он не прошел.
по здоровью. Судьба подножку подставила. Ну, а рожденный летать, ползать уже не хочет. Где ты взял эту книгу? Книгу, как ее? Книгу судьбы. Да-да, книгу судьбы. Ростислав Васильевич, какая книга? Я пошутил. Я гадал по орфографическому словарю. Что? Так по словарю. Так что про волю вселенной тоже неправда? И про Цвилковского ты тоже придумал. Ну что, фантазировать нельзя. Он на меня не обидится, Константин Эдуардович. Он сам был фантаст. Он может и не обидится, но мы с тебя спросим за эти шуточки. Шутник. Ну как же так можно, Марик? Ты представляешь, под каким напряжением будет находиться Коноплёв во время полета? Ведь он просто шизануться может от этого. Ты что? Ну как ты мог сказать ему о том, что он должен погибнуть? Я ему ни о чем не говорил. А как он узнал об этом? Я не знаю. Лен, ты куда? Все ясно. Вы как хотите, а я поеду в аэропорт. Пора сматываться. Тем более подваливают его родичи. Дай. Да, богатым будет. Привет, я. У тебя что, денег куры не клюют? Кур нет. Слушай, Адик, сделай доброе дело. Шевельни пальцем, нужно два билета на юг на сегодня. Да, на вечер. Все равно. Понял. Что будешь иметь? Ну ты гусь. Ну, два билета на брейк тебя устроит? Ну ладно, шучу, шучу. За мной не заржавеет. Внимание, продолжается посадка в самолет. Следующий Гродно рейсом Б-35. Ну что вам рассказать? В нашем районе фронт стоит. Холодный. Засветки повсеместно грозовые. Верхняя граница до 8-9 километров. Так что будьте осторожны. Ясно. Но мы успеем вылететь. Из зоны фронта вылетите. Дальше полет будет спокойный. Только ветер будет встречный. В струе полетите до 200 километров в час. Где-то градусов 290. Погоду видели? Да. Спасибо. А почему, когда вам сказали, что будет сильный ветер, вы нахмурились, дядя Коля? Это что, опасно? Ты не представляешь, как это плохо. А бывает, что когда самолет разбивается, люди в живых остаются? Бывает, конечно. А бывает, что когда один человек погибает, остальные целы и невредимы? Дим, не дури голову. Ростислав Васильевич, вы посмотрите, какая авария. Может, с Димкой что-то? Да ну ты скажешь, это ж кино снимает. Связаться с самолетом хотя бы по рации. Передать Димке, что гадание было шуткой, что гадали по орфографическому словарю. Надо же снять с него напряжение. Ведь бывали такие случаи, я сама читала. Человеку говорили, ты в такой-то день умрешь. И человек без всякой видимой причины в этот день умирал. Да, внушение дело такое, с ним шутить нельзя. Так, порядок. Здрасте. Привет. Садись в командирское кресло будущей советской авиации. Ну, прикинь. Как ты себя в нем почувствуешь? Ты подожди.
почему командир повернул штурвал? Зачем командир повернул штурвал? Я считал, когда штурвал поворачивает, самолет наклоняется. Что ж, мы только взлетим, сразу наклонимся? Мы взлетаем при сильном боковом ветре. Правое крыло обдувается больше, чем левое. Левое затеняет фюзеляж. Понял? Ну, в общем, бог даст, приземлимся, я тебе потом все объясню. Хорошо? Дурман, типун тебе на язык. Ну как? Да никак, опоздали они уже в воздухе. А связаться по рации? Они говорят, что в этом нет необходимости. Так что вся надежда на коноплю. Тьфу-тьфу. Садись, поехали. Я остаюсь. Я хочу встретить Диму. Тебе придется долго ждать. Он прилетит ночью. Ну и что? Я подожду. А вы, если можно, позвоните, пожалуйста, маме. Пусть она не волнуется. Хорошо. Ничего, со всяким бывает. Выпей лимонада, и все пройдет. Угу. Спасибо. Thank you.
глиссада — это когда самолет находится точно на траектории снижения. А везучий у нас Димка, да? Не успели вылететь, как закрыли наш родной аэропорт, чтобы он нас всех по Питеру поводил. Мы сделаем из тебя настоящего ас-пилота. Но для этого ты должен научиться не только смотреть, но и видеть. А это не одно и то же. Можно вообще в упор смотреть, но ничего не увидеть. Да, да? Я понял. Ничего. Ну вот, что я тебе говорил. И посмотрел на эту кухню. Ты, конечно, решил стать летчиком. Я еще не знаю, кем я хочу быть. И потом, бывает, судьба повернет так, что получается совсем другое, чем то, что ты хочешь. Да и не все же зависит только от меня. И от тебя тоже во многом. А если не все зависит от меня, тогда от чего еще? От воли других, Дима. Да. От воли других людей. Ты сейчас понял, в чьих руках наша с тобой судьба? Да не только наша, но и всех тех, кто сидит у нас за спиной. В общем, понимаешь, мы все связаны друг с другом. Вот, допустим, Дима, наш командир пришел, где в настроении? Это может быть? Может. Это настроение передалось мне. От меня передалось второму пилоту. И я в плохом настроении взял... Что с вами? Вам плохо? Валидол забыл. Сейчас. Только не волнуйтесь. Дима, отнеси, пожалуйста, пассажиру сам. Хорошо. И будь с ним поласковее. Командир, у пассажира сердечный приступ. Пульс неровно, дышит тяжело. Что будем делать? Борт-инженер, да? Включить обогрев воздухозаборников. Да, понял, командир. Запроси скорую. Добро. Ну, полет. То в лоб, то пол. Да еще родной город встречает ливнем. Режим 70. О, лупит. Чтоб ему пусто было. Алло, диспетчер. Я борт 547. Прошу вызвать к самолету скорую помощь. У пассажира сердечный приступ. Как поняли, прием. Thank you.
произвел посадку самолет из Ленинграда рейсом 11:26. Стыдно сказать, но ведь я на самолетах не летаю, боюсь. И потом, когда в порт ехали, кошка дорогу перебежала. Кошка? Черная? Ой, как тьма египетская. И потом с местами нам... Всего доброго. До свидания. Счастливо. Дима, ты давай бегом в автобус. Минут через 10 встретимся у машины. Пассажирка Дунчак, вылетающая по телеграмме, приглашается к администратору. Дима! Лена, ты чего здесь? Встречаешь кого-нибудь? Встречаю. Ну, давай я с тобой буду встречать. Может, вещи какие-то помогу поднести? Какие вещи? Ну, ты же кого-то встречаешь. Встречаю. Тебя. Намекните ему, что я хозяин. Дядя Коля, это Лена, моя одноклассница. Понял. Прилетела? Не-а. Встречал кого-нибудь? Ага. И не встретила? Наоборот. Понял. Поехали. Полночь, Димка! Значит, кончился день, когда ты должен был погибнуть. А, ты про это? А я уже и забыл совсем. Фу, чертов кот! Что будем делать? Как что? Вперед, дядя Коля!